Добрый день, меня зовут Николай, и сегодня у нас будет очень интересная тема для обзора. Просто вот мы поняли, что все больше и больше люди начинают заниматься своим собственным садом. То есть они высаживают красивые живые изгороди, они выращивают красивые деревья, обрезают их под интересные формы. У них вот растут вот такие вот замечательные кустарные розы, которые тоже требуют обрезки. То есть все больше и больше требуется специального инструмента для того, чтобы ваш сад был красивым. Именно поэтому компания Кайман разработала специальный инструмент. Вот такой вот профессиональный, то есть для обрезки живых изгородей, для обрезки высотных изгородей, для вот работы на высоте, то есть такой специальный высоторез. Сегодня мы все это попробуем с вами, посмотрим, потестируем. Это профессиональные садовые ножницы для обрезки высоких изгородей Кайман, модель Хита 2630DS. Ну что, давайте поговорим об их технических характеристиках. Здесь установлен двухтактный двигатель объемом 25,4 кубических сантиметра. Мощность данного аппарата 1,2 лошадиные силы. Какие у него еще есть особенности? То есть длина вот этой вот штанги 72 сантиметра. То есть длина лезвий 60 сантиметров. Предназначена она, как я уже сказал ранее, для обрезки высоких изгородей. Вот, то есть, соответственно, здесь вы можете менять угол атаки данных ножниц в пределах 132 градусов. То есть как это все-таки делается? Здесь есть специальный поворотный механизм. Вы ослабляете вот эту гаечку, вот курочек такой специальный, нажимаете, вот, и можно двигать их вот так, например, да, то есть там вот в таком положении, то есть вы их держите, да, вот таким образом, вот, ну и что-то там подстригаете на какой-то там нужной вам высоте, да, то есть вот, либо делаете в обратную сторону, опять же, курочек, раздвигаете вот так, например, вот, и можете совершать рез, например, на высоте выше вашей головы, например, под 90 градусов. То есть, допустим, вы там, ну, не дотягиваетесь, да, обычными ножницами. Вот такими ножницами делаете вот такой вот рез. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы обеспечивать полноценную работу ножницам, стоит вот такой вот профессиональный японский редуктор. Вот, то есть алюминиевый корпус у него. Вот здесь стоит коническая пара. Вот, то есть, да, соответственно, вся энергия из двигателя передается через кованый стальной вал. Вес ножниц составляет 6,2 килограмма вот, в полном оснащении. Расстояние между зубьями составляет 35 миллиметров. То есть они совершенно спокойно ветку там 30-33 миллиметра могут резать. Предлагаю посмотреть их в работе на живой изгороди, как они работают. Вот наша еловая изгородь. Сейчас мы будем продолжать на ней работать. То есть для этого нам понадобятся вот такие вот ножницы. У нас задача какая сейчас? Мы вот здесь постригли немножко низ, да, вот, обычными ножницами. Нам нужно подобрать кромку. Сейчас мы будем немножко подрезать кромку. Ну и посмотрим, как они себя ведут в работе, как режут. Так, ну что могу сказать, вот этими ножницами такие высотные изгороди резать гораздо легче, чем ручными. Вот, во-первых, они длиннее, вот, вы можете сразу там достаточно большую длину брать, срезать и большую площадь. Ну и, соответственно, стрижка происходит быстрее, вот, чем обычными ножницами. Поэтому именно вот для таких высоких изгородей лучше покупать, конечно, вот такие вещи. Вот такие вот замечательные ножницы были у нас сегодня на обзоре. Это сугубо профессиональный инструмент. То есть у нас для обрезки живых изгородей есть большой спектр техники. Вот от обычных ножниц до высоторезов. Вы все это можете приобрести в нашем дилерском центре, который находится в городе Химки. Вот. Либо купить у нас на сайте kaiman.ru, либо shopuniso.ru, либо обратиться к нашим профессиональным дилерам Кайман на всей территории России. С вами был Николай. Пока.